В минувшие выходные городу железнодорожников Канашу исполнилось 89 лет. Сделать праздник ярким и запоминающимся помогла компания «Мегафон». Мегарена с инновационными площадками от оператора дала возможность жителям города испытать не только скорость мобильного интернета, но и свои способности. Подробнее об этом смотрите далее, а я с вами прощаюсь. До свидания. Всего за несколько часов у здания администрации выросла арена высоких технологий. Такой подарок сделал «Мегафон» в честь дня рождения Канаша и профессионального праздника железнодорожников. Поздравляем город Канаш! Ура! Надежная связь от «Мегафона» появилась в Канаше 10 лет назад. Так что компания отмечает и свой юбилей. Поэтому первые впечатления участники праздника получали на площадке видеопоздравлений. Здесь каждый мог почувствовать себя мегазвездой и записать поздравления «Мегафону» и родному городу. Некоторые гости попали в объективы сразу двух камер. С днем рождения, город Канаш! Желаю счастья, здоровья, успехов! Всего самого наилучшего. Ура! На площадках «Мегафона» горожане получали купоны для прохождения испытания, а затем отправлялись преодолевать не самые простые испытания. Вот здесь гостей ждала канатная паутина. Мы желаем, чтобы он всегда оставался таким же надежным оператором. У нас вся семья пользуется почти «Мегафоном» уже много лет. А в глобальной паутине, то есть в интернете, абоненты «Мегафона» перемещаются без всяких препятствий. Канаш стал третьим городом Чувашии, где «Мегафон» запустил сеть четвертого поколения, в которой скорость мобильного интернета позволяет летать по сайтам, мгновенно скачивать фото, а фильмы всего за несколько минут. На другой площадке, скалодроме, свои силы могли попробовать те, кто привык карабкаться к своей цели. Задача – покорить 4G высоту, ну а сотрудники «Мегафона» всегда подстрахуют на трудном пути. Ощущения как? Супер, просто классно. Это то, что нужно для нашей республики, чтобы почаще так вот устраивали разные компании, такие мероприятия. Это клево. Хорошо, Канашу что пожелаете? Процветания, чтобы детей было побольше. Больше было садиков, школ. Детские улыбки, детские голоса – это самое важное в нашей жизни. Пока одни покоряли высоты, другие перемещали предметы на расстоянии, перевоплощались в гонщиков в фотозоне или, сидя в зоне отдыха, пользовались бесплатным Wi-Fi. А еще получали призы. Связью «Мегафон» мы пользуемся давно. Связь очень хорошая. Интернет. Нас все устраивает. Наша вся родня сидит именно на этой связи. В этот прекрасный день, в день города, мы бы хотели пожелать «Мегафону» процветания, чтобы количество пользователей увеличилось. И всего самого наилучшего. Праздник заканчивается, а «Мегафон» у канашцев остается. Чтобы радовать своих абонентов, надежному оператору не нужен повод.